С начала этого года в России начался сбор подписей в поддержку политиков, которые решили принять участие в президентской предвыборной кампании. До 31 января самовыдвиженцы и кандидаты от партий и политических организаций должны сдать в ЦИК подписные листы. В президентской гонке участвуют 16 кандидатов, и многие уже завершают сбор подписей. Одним из первых об окончании сбора подписей официально заявил штаб самовыдвиженца Владимира Путина. Общественный штаб поддержки Владимира Путина в Чувашии также завершил прием подписей от волонтеров. В процессе сбора подписей приняли участие многие общественные организации, региональное отделение ОНФ и двух парламентских политических партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Политическая партия «Справедливая Россия» на своем съезде поддержала кандидатуру действующего президента на должность главы российского государства Владимира Владимировича Путина. Мы, региональное отделение партии, организовало и принимала участие в сборе подписей. Значит, многие представители наши в районах, городах республики вошли в составы избирательных штабов. И мы настроены до конца, значит, вот избирательной команды, до выборов работать и именно собирать подписи под наказы нашему кандидату президента Владимира Владимировича Путина. Почти каждый второй житель Чувашской Республики поддержал кандидатуру Владимира Владимировича Путина и подписался под подписными листами. Я слова благодарности выражаю тем, кто это сделал, и особые слова благодарности нашим волонтерам, которые собирали эти подписи. В республике сформирован штаб, общественный штаб поддержки кандидата президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И в этот штаб вошли многие общественные организации, в том числе общероссийские политические партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Эта площадка позволит объединить усилия не только общественных объединений и организаций, но и отдельных граждан, которые сегодня неравнодушны к судьбе России. Чебоксарский штаб Ксении Собчак также завершил прием подписей. Необходимое количество собрано, отмечают в штабе. В центральных штабах Григория Явлинского и Бориса Титова также заявили о том, что необходимое количество подписей собрано. Галина Титарчук, Татьяна Трофимова, Расиль Мухаметов, Андрей Спиридонов, Республика.